Это роза. Видите, Юля, вы хотите увидеть крокодилов? Немножко далековато, конечно, от нас, но они на солнышке греются. Сегодня у нас 82. Скорее всего, да. Турка, поедешь к нам? У нас Thanksgiving. Это пеликан невозможно разбудить. Он тебя слушает. А ты чё? Всё, она полностью нет, голова в спине. Он шевелится. Сила как только лишь туда вылезти, все, как бревно. Идет. Но они не хотят. What's your name? Бананчик у кого-то есть? Ты даже не кинешь. Нельзя. Идет. Да. Оно близко. Идет. А, зелень. Давай, идет угощать, идет угощать. Ага, дождешь ты угощения. Живут шикарно. Любят шмутьем играть. Это их хозяйство. Да, хозяйственно кто-то живет тут. И его даже нету хозяина. Смотрите, какой у него этот домик. Да, жирафка нет. Красавица. Видел, как дотянуться хочет. Никак не дотянется никак. Шея еще у тебя маленькая. Да, шею расти. Табуреточку надо. Хочет листья. Да. Листья, конечно, не созданы листья кушать. А я, видишь, предлагаю чем. О, oh, it's right here. Вот он, красавец, лежит. Okay, спит сон, десятый видит. Вставай, мы пришли. Вставай, мы пришли. Палку надо его пошевелить.
Ой, какая акула! Вау, так умиротворительно, да? Чук-чук. Только она ходит и не падает. Сейчас будет прыгать, 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 прыгать или нет, не будет. Прыгай. Она боится. Ага. Well, I guess you gotta see it right now. My owls are my like first, and then my giraffes are my second. Then. Смотрите, сейчас будет прыгать, наверное. Не хочет, да? Кенгуру, что ж ты не прыгаешь? Прыгай. А если с сумкой? Ну драться не будешь с ним, его нельзя бежать, видишь? See, keep pitching its foot. А тут он малыш, стрелки, даже без движения она не наблюдает. Сидит. Говори. А посмотрите, где она валяется. Прям где-то в водичке. А, представляете, лев буквально, what, 3 inches inside from me. Пытаемся его разглядеть. Даже не думает. These are in danger. They are danger or they are? They are. Зебра перемешана. Хоть он не спит, ага. Ты пойдешь кормить? Очень медленно идет, боится. На голову берет свое. Ты пойдешь кормить? Где Юля? Вы пойдете кормить? А что? Он говорит, что жираф иногда заставляет себя подождать. Конечно, это зависит от погоды, его настроения. Мы уже поняли. И через пару минут они начнут запускать людей. Да. И, ты плачешь 5 долларов, ты можешь его покормить. Мы уже это поняли, что просто так он не подойдет, он себе цену набил. А те даже не думают, видишь, стоят. Тех даже ой, не прощают. Видишь, все равно человек приучает. Конечно. Самый смелый, да. Молодец, молодец. Какой молодец. Кушает жираф. И такой вид у него, что радуйтесь, что я тут ем с вами. Да, он величавый. Да, не просто ты так. Ты туда хоть. А нет, мы не будем же кормить. Где ты будешь? Я будем, сказал, будет. Нет, что, не будет? Давай. Не пойду, ты вот разъелись, вот разъелись. И здоровые черепахи. Ha, ha, ha.
Thank you. Them inside there. The snack when she falls asleep. Uh-huh. She wakes up. Oh, big one. Капуста. О, пошел брать. Капусту захотел. Капуста. Идет. Oh, I want it all. Want it all. Ты буду готов тоже. That's all you like. Oh my goodness. All for me. I'm gonna eat it. He's gonna wash it. Сники. Сники. Ты ничего не забрал, наверное. Look at that. Он себе про запас. На всякий случай. It's his territory, don't worry.